Перелет с острова на остров является самим по себе приключением. Наш самолет взлетел рано утром, и уже через 5 минут перед нами предстала неимоверная картина Карибского моря, словно нарисованная акварельной кистью средневекового мастера. Большинством пассажиров оказались местные жители, летящие по своим будним делам. Мы же, в свою очередь, то ли с просонья, то ли под впечатлением увиденного, усиленно выдавливали своими лбами окна иллюминаторов на протяжении всего полета. Прилетели только что в аэропорт, взяли машину. Вот. И человек, который за домом следит, говорит: едьте, говорит, за мной, я вам покажу, где дом. Вот. И как припустил, летим. Сколько мы летим? 150, 160. Вот. Причем дороги такие ужасные. Глаза в разные стороны, и они все так едут. Еще и по встречной полосе. На самом деле тут левостороннее движение, поскольку бывшая английская колония. Но машины, как видите, все с правым рулем. Вернее. С левым рулем, как у нас. Вот, так что сразу говорим, что ездит здесь, как у нас, по встречке и очень быстро. Нашей базой оказалась внушительных размеров вилла, расположенная прямо на берегу Атлантического океана. По словам хозяйки этой виллы, в ней останавливались Битлз, когда давали концерт на Багамах. И еще великое множество знаменитостей, которых я даже не буду упоминать, чтобы вы не подумали, что это реклама. На самом деле, при всей этой грандиозности, аренда таких домов на острове стоит гораздо дешевле любого отеля. По этому поводу вы увидите отдельный эпизод. А пока мы, слегка ошарашенные после перелета местных автогонок, будем приводить наши ощущения хоть в какое-то вменяемое состояние.